Всем привет, кто смотрит, кто будет смотреть. Значит, у нас идет сенокос 2022. Сейчас надо его под керхер поставить и помыть двигатель. Аккумуляторы заряжали, потому что оставили невыключенную массу и подсели. Крестовину это я перебивал в этом сезоне. Ну, разговор пойдет у нас сегодня вот об этой машине. Это класс Роланд 46, вес рулонов 202-250 килограмм. Сенаж меньше 500 он не мотает. Это я так по своему опыту уже говорю про сенаж. Да, купил я его, наверное, 4 года назад, наверное, будет это 4-й, наверное, сезон, да. Брал я его под Новый год, не торопясь, выбирая. Почему купил его? Ну, посмотрел, были, как он, 44-е, маленько староватый, взял 46-й, он как бы модель поновей. Прикол в чем? В чем он мне понравился и почему я его взял? Это дальше расскажу, покажу. Сейчас расскажу, что я с ним делал. В этом сезоне покажу, во-первых, сколько уже намотали. У нас тут маленько дожди намотано. У нас 960 рулонов. У меня стоит, ну заодно сразу покажу, обмотка и сеткой, и шпагатом. Ремонтов за 1000 рулонов этот сезон я ничего не делал. Единственное, в том году скат один, скатная доска одна сломалась. В этом году вторую сломал и купил две скатных доски. И поставили как бы. Поставили. И сейчас на обслуживании вот, то есть так, межсезонье как бы нету погоды. Обслуживаем, прочистили, промазали, пролазили. Двое пальцев поменяли, были сломаны. Я не помню какие, то ли черные, черный, по-моему, оригинал, зеленые фуфлопали, помкнулись. Ну, в общем, сейчас заказал в той фирме, в которой я брал его, вот эти скаты, заказывал у прямого дилера у нас классовского эти скаты. Сейчас скажу, какая их стоимость. Стоимость их 5600. 5600 официального дилера стоит один скат. Один скат 5600. С Белоруссии мне прислали по 2200. То есть 2200 я их брал. Оригинал, не оригинал, сейчас покажу упаковку. Блин, кстати, ее выкинуть надо, вон валяется. Чьи это? Ну, вот так вот. Вот выглядеть. Запчасть пришла упакована. Чья она? Кто она? Это я не знаю. Так, да, значит, вот так у меня сетка заряжена. Несколько раз я мотал ниткой, ну, ниткой долго, долго. То есть сетка у меня обмотка там 7-12 секунд. Ниткой это 2 минуты минимум. Что по вальцам хочу сказать. По вальцам я смотрел по фотографиям и сразу его взял. Почему? Потому что у меня вот такие вот вальцы. С 250-го они или с 350-го они вот поставлены сюда. Или как-то это вот на заводе переделывали. Или что. Вот он. Сенажный валец. Вот приваренные планки. Это я ничего не варил. Это так все и было. И еще один. Вот дополнительно еще один. Кто это варил, что их сделал. Но они классно помогают. Да, кто будет покупать, что, как, на что обратить
внимание. Когда они долго стоят и долго работают на вальцах, происходит протирание. Сейчас вкину вот, вот такие вот. Мы тут подварим какие-то дырки. Дырки уже износ, то есть. Но лечится, но не особо хочется брать с такими. Вот протертый. Это не протертый, это удар, ну вот. То есть лечится сваркой, наваривается это, ну, долго, потихоньку и нудно. На этих вальцах меньше всего, а вот на нижних, вот этих двух, быстрее всего появляются вот эти вот отверстия, дырки. Не знаю, боюсь сейчас даже предполагать, сколько он стоит. 700, 800, миллион. Мне нравится. То есть ничего лучшего я дальше не вижу. Для сеножа, да, Rotec Good вот этот с ротором, с ножами. Но на сено не выключается, но эта машина уже другая, и 80-ка ее не тянет. А так для себя... вещь. Да, центральная смазка здесь. Цепи подходят наши подшипники, импортные были. Они круглые, разжимные, зажимные. Все это заменяется, делается, и в магазине все продается. Ну, вот такой вот небольшой обзорчик моего пресса.